Кировская группа «Взлом» открыла рок-фестиваль «Студеный берег». Третий год подряд мурманские мотоциклисты из Северного ордена МС собирают под открытым небом на берегу Кольского залива известных музыкантов и региональные коллективы. В этом году организаторы устроили участникам жесткий отбор, который удалось пройти кировчанам. «Взлом» играл на одной площадке с такими группами, как «Слот», «Джек Экшн», «Князь» и «Калинов мост». «Взломщики» дали старт трехдневному рок-марафону. В составе группы наши коллеги – оператор-барабанщик Илья Максимов и вокалист-журналист Никита Васильев. Поддержать своих товарищей по видеокамере и микрофону отправились Татьяна Никуличева и Иван Солодков. Тяжело стартовать и открывать? Да, очень волнительно. Переживаете? Да. Вот, то есть пока вот эмоциями делиться сложно, я так понимаю. Я пока нет эмоций, просто вот напряженка, если честно. Просто вот волнение и все. Шум прибоя вот еще. Я так понимаю, что это шум колонок. Давайте рок нам! Рок давай! Да, это действительно песня очень понравилась. Ну и дали возможность, скажем так, как и в том году, да, региональной команде выступить на большой сцене, заявиться и, ну, продвигаться. Вот они, взломщики «Студеного берега». Солист, он же журналист народного телевидения Никита Васильев. За барабанами оператор нашего ТВ Илья Максимов, гитарист Павел Глазунов, басист Александр Петрунин, а также идейный вдохновитель группы, вокалист, гитарист и автор песен «Рыжебородый» Илья Хабаров. У них важная задача – разогреть толпу и задать правильный ритм фестивалю. Настроение хорошее, мне здесь нравится. Здесь музыка настоящая, люди живые. А те, кто показал на «Студеном береге» самую большую козу, и не только, в подробном видеоотчете после выпуска новостей.